Всем привет! Сегодня денек хороший, смотрите какой вечер. 5 часов где-то времени у нас. Замечательный денек, солнечно. Часики. А вот есть, кстати, они же идут, точно идут. Смотрите, какое солнце просто пекет. Так, ну, дальше тупаем. Тут у нас улица Горького. Вот рядом. Вот эти дома. Такие малосемейки. Вот здесь вот их, по-моему, 3 таких дома одинаковых. Так, ага. Походим с вами немножко. День хороший. Что же не походить, да? Что же не походить? Вот тут такой скверик есть. Тут, кстати, вот это вот музыкальное училище, насколько я знаю. Вот оно. И тут вот такой скверик есть. Лавочки такого типа. Кто-то доски забрал. Видать, на это, на шашлык или на что. Ну вот идем прямо на солнце. Солнце-то, в общем, хорошо, когда светит. Потому что скоро у нас будет холод жуткий. Ну как скоро? Месяц, наверное, уже все. Уже все. Может быть, даже снег попадает. Посмотрим, как. Говорят же, что типа потепление, да? Посмотрим, что будет с климатом. Сейчас прогнозы давать сложно. О, тут гонщики у нас, смотрите какие. А это мотоциклист. Так, улица Горького. Такой шикарный. Смотрите, какой тротуар. Вообще впечатляет, да? Ну, а это с этой стороны бассейн Чалбон. Такой большой. Смотрите, тут как камыш разрушился. Его, кстати, вот прикольно, вот так на фоне солнца, когда он красивый, красивый такой, подсветочка такая идет. Этого тут сколько. Вот тут, смотрите, магазин, даже написано Горького 100. Вот видите, да? Вывеска Горького. Тут прямо свая посреди, 3 сваи. Таких вот непонятных. Здесь спуск к автовокзалу. Ух ты, тут даже, смотрите, ворота какие-то, и вон туда можно проходить. Ну а тут останавливается автобус. По-моему, 16-й автобус, остановка. Вообще-то как это называется? Осенью, да? Осенью, когда тепло, солнце, да? Это говорят бабье лето, да? Ну вот, может быть, у нас сегодня 9 сентября бабье лето. Хорошо бы еще вот так постояла такая погода замечательная. Шикарная. А вот там вот ремикс, магазин ремикс Алка Маркет, всем известный, работает до 8 часов, так что успевать надо, люди, успевать с 2 до 8, 2, 14 вернее, не 2, 14. Так, как тут пройти? Светофор, 11 секунд. Так, ну что, давайте-ка на ту сторону перейдем, там, по-моему, еще солнце этого будет. Угу. Тут как раз тенек, и можно так спокойно идти. Так, ну что, подходим мы. Это у нас Никольский храм. Вроде бы как видеонаблюдение у них тут все. Вот такой вот храм. Смотрите, их аккуратненькая тут площадка даже. Ух ты, это что такое здесь? Это, наверное, не это, да? Так все выглядит шикарно. Елочки, березки посажены. А, цветочки какие шикарные здесь рядом. Ну и что, идем. Вот можно пойти посюда, по этому тротуару, можно посюда пойти. Кстати, с этой стороны видно
какие-то. Спортплощадка, да, это, я так понимаю. Кому она принадлежит? Вопрос. Вот тут какая-то школа или что это? Может быть, она относится к этой. Ну, по крайней мере, вот эти ворота, там, двери на эту территорию оттуда. Так, ну вот все. Вот избирательный участок, пожалуйста. Кому надо, приходите. Кстати, новая школа, смотрите, какая шикарная. Ух. Да, шикардос, да? Тут цветочки у них шикарные. Так, какие-то вывески, надписи. О, эта березка-то, смотрите, какая вообще. Ее вот хорошо не убрали, да, эту березку. Сколько ей лет? За такой ствол толстый у нас. У нас ведь, в общем-то, деревья не так быстро растут из-за холодов. Смотрите, там даже какая-то площадка наверху, вон она. Видно, да? Типа беседки или что это там такое. Для чего она нужна? Вот, видно, да? Какая постройка там наверху интересная. Ну, идем дальше. Как это у нас улица называется? Толстого или Тургенева? По-моему, Тургенева. Сейчас посмотрим. С этой стороны построен вот такой вот комплекс, как-то по-московски, или как он называется, ну, жилой. Тут несколько домов. Ух, а тут-то как шикарно все. Смотрите, какой асфальт. Вах, разметочка, стояночки, видать, это где проживают, которые люди здесь. Все такое чинное, хорошее. Ну вот, смотрите. Могут же делать. Тут, смотрите, разметочка под транспорт, да, чтобы вставали они куда надо. Так, и читаем. Дом Тургенева, 8, улица. Вот это их несколько домов. Давайте заглянем в один из дворов, зайдем таких. И посмотрим. Ух ты, тут даже какой-то заезд есть, смотрите. И там, получается, гаражи. Внутри гаражи, смотрите, вот заезжаем, гаражи, там выход, и вот такой здесь двор. Снимаю я все на смартфон, без редакции, выкладываю, без всякого монтажа, там то все, чтобы было наиболее реалистично. Ну, там детская площадка наверху, а здесь гаражи под этим. Можно вот так вот пройти. Вот. Размечены. Пронумерованы. Сколько, интересно, стоит здесь гаражик. Наверное, хорошие деньги. Несколько миллионов, я думаю. Почти как квартира такая скромненькая. Да, конечно, тут иметь самое то. Ну все, выходим. Сюда. Вон там проход есть. Ниши такие. И здесь. Смотрите, там сверху лавки шикарные. Сосны высажены на Новый год как раз. Ну и еще вот туда проход есть. То есть здесь несколько зданий. Корпус Б получается. А, энергоэффективность Б. Я думаю, что за Б? Так, магазин, лавка во дворе, продукты шаговой доступности, такие проходы между надписи соответствующие украшают. Тоже здесь, как это у нас любят, измалевать все какой-нибудь гадости. Так, и тут еще одна, смотрите, подобная конструкция. Ух ты, а тут-то смотрите, что творится. Какое колесо гигантское, да, это от КамАЗа или БелАЗа. И такой вот здесь куст растет с цветочками. Ух ты, шикардос. Люди стараются. Кто, интересно, это все делает? Ну и с этой стороны тоже вот площадка наверху гаражей. Ну, видно, что машин довольно много припаркованных. Все заставлено. У кого бабла нету вот на эти гаражи
значит, вот эти теплые гаражи. Значит, вот они здесь ставят. И вынуждены здесь толкаться. Так, идем дальше. Ну, помойка. Такие помойки. Вон машина выезжает задом. Задом выезжает. Ну, куда пойдем? Ну, тут аналогичное. Аналогично все. Так, давайте сюда. Снимаем с этой стороны. Что за труба такая? Интересно. Что нам нужно? А, это вход на детскую площадку. Детская площадка. Немножко залезем. Посмотрим, на что она напоминает. Деревянная лестница. Такая вот. И площадка. Вот. То есть здесь какая-то там ворота стоят, баскетбол и качели. Да, еще там какие-то тренажеры есть. Вот такая вот система. Ну, смотрите, оригинальная. Это что, колодец, да? Из шин. Да, шины, они везде у нас идут. Ну, так сказать, вот, классические. Россию можно по этим узнать, что вы находитесь по этим колесам. Так. Ну и все вроде бы. Вот здесь вот, если зайти, где-то вход есть. Здесь будет торговый центр Никольский. Сюда зайти, что ли? Торговый центр Никольский. Суперакции какие-то. Тут можно с этой стороны зайти. Мелкоопт. Тут вот магазин. Открыт он. Открыт. Вот лестница. О, что-то тут переделали все. Да. Тут был магазин, он не работает. Накрытый. Тут что-то совет пенсионеров. Так. Магазинчики какие-то. Ателье. Все тут закрыто. У них. Распечатка уже не работает, что ли? Схема. Торговый центр Никольский. Парикмахерская там. Тоже что-то. Здесь тоже теплоход не работает. Мне тут надо магазин с батарейками. Батарейки купить не надо. Маленькие. Тут была аптека. Ветеринарка. Вот, здесь аптека работает. Это какой-то пустующий. Все закрыто. Росгорстрах. Здесь работает. Да, вот это вот тут батареечки можно купить в этом магазине. Пойдем. С этой стороны у нас Гербалайф, по-моему. Точно Гербалайф. Ага. Гербалайф. Вот в этом доме. Видно, да? Жирное помещение. О, у них тут коробки, как всегда, стоят. Кому надо, вот коробки просто, чтобы им не выносить. Вот так ставят они. Можете взять. А здесь магазин, по-моему, продуктовый. О, маску надо одевать. Да, продукты. Так, ну все. Так что тут Гербалайф, а здесь батарейки продают. Вот здесь вот до часов по 25 рублей маленькие такие, кому надо. Ой, музыка тут играет. Ё-моё, что не хватало. Вот здесь вот Никольский, вот тут продают. Вот можно отсюда пройти. Что-то совсем непонятно. Музыка откуда-то грохочет с колонки какой-то. Ладно, все. А, это вон чувак едет. Врубил. Понятно, вон там оно мешало. Я думал, откуда музыка такая грохочет. Ё-моё. Ну вот это вот улица Петровского. Там выезд на Вилюйский тракт. Дальше, если туда ехать. Вот такая вот интенсивность у нас. Движуха
конкретное. В общем-то, все, что хотелось вам показать. Можно было еще вот по той стороне пойти, ну, может быть, в другом видео мне как раз это и поснимать. Я, наверное, выложу, да. То есть я здесь, вот, смотрите следующее видео. Я пойду по той стороне улицы Лермонтова.